нас на литературном празднике «Длинов Пушкина». Сегодня мы празднуем 220 лет со дня рождения поэта и День русского языка, который отмечается в нашей стране с 2011 года. Литературное творчество великого поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Проходят столетия, сменяются поколения, но имя Пушкина остается яркой звездой на небосклоне России и всего мира. И сегодня, спустя 220 лет со дня его рождения, свет его ума и тепло его душевности, его поэзии освещает и согревает наши души и сегодня. Хорошо сказала об этом поэтесса Марина Цветаева. К чему изобретать национальный гений, ведь Пушкин есть у нас. Это замечательная страница нашей истории, которую мы должны не только помнить, но и чтить, гордиться ей и сохранять. И сегодня, в день рождения поэта, мы вспоминаем его творческое наследие и приглашаем всех вас принять участие. Вас ждут книжные выставки, игры, викторины, квест «Играем Пушкина» и многое другое. В рамках нашего литературного праздника состоится церемония вручения Всероссийской литературной пушкинской премии «Капитанская дочка». Она присуждается лучшим профессиональным и начинающим литераторам за произведения, созвучные идеям пушкинского творчества. В 12:30 приглашаем вас на диктант по повести «Капитанская дочка». Текст диктанта прочитает исполняющая обязанности министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Валерьевна Шевченко. А открывается наш праздник поэтическим марафоном, в котором может принять участие каждый из вас. И начнем мы со стихотворения «Памятник». Прошу первого чтеца. Я памятник воздвиг себе, не рукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Возьмется выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленье. Бежит. Тяжело подчас мне время, телега на ходу легка. Ямщик лихой седое время везет и не слезется в лучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим «Пошел!» Андрей Элегия, художественный руководитель и солист Александр Калугин. В их исполнении прозвучит романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Желание тоже тобой вызвано. Лапсай меня, твои лапсани, мне слаще мира и вино. Слаще мира и вино. Склонись ко мне головою нежной, отдохнет веселый день и двигнется ночная тень. Божия не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда. Долгую ночь на ветке дверь, солнце красное взойдет, птичка Богу пластом ними стряхнется и поет. За весной красой природы не лето знойное пройдет, и туман непогоды осень поздняя несет. Людям скучно, людям горе, птичка в дальние страны, в теплый край за синим морем улетает до весны. Зимы ждала, дала природа, снег выпал только в январе. На третью ночь, проснувшись рано, в окно увидела Татьяна. Побелевший двор, куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры,
веселых на дворе. И мягко устланные горы, зимы блистательным ковром. Все ярко. Последняя туча, рассеянный бурь. Одна ты несешься по ясной лазури. Одна ты наводишь унылую тень. Одна ты печалишь ликующий день. Ты небо недавно кругом облегала. И молния грозно тебе обивала, и ты издавала таинственный гром, и алую землю поила дождем. Довольно, кройся, пора миновала, земля освежилась, и буря промчалась, и ветер ласкал листочек древес, гонит тебе упокоенных небес. С ее летучим покрывалом прекрасно морю бурым блеск, и небо блеск без лазури, но помни, дева на скале прекрасней волн небес и бури. Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят. Оба смело и свободно прямо в очи ей глядят. Александр Сергеевич Пушкин. Рассудок и любовь. Молодой дафнист, гоняясь за Доридой. Постой, кричал прелестная, постой. Скажи, люблю, и бегать за тобой не стану я. Клянусь я в том Кипридой. Молчи, молчи, рассудок говорил. А плут и рот, скажи, ты сердцу мил, ты сердцу мил, пастушка повторила. Я прочитаю отрывок из «Барышни-крестьянки». Ну, Лизавета Григорьевна видела молодого Берестова, нагляделась довольно, целый день были вместе. Как это? Расскажи, расскажи по порядку. Извольтесь, пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька. Хорошо, знаю, но потом. Позвольтесь, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Закаревские, Голбинские, приказчица за черми, Хлупинские. Ну, а Берестов? Погодитесь. Вот мы сели за стол. Приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись. Да мне плевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот вышли мы из-за стола. А сидели мы часа три, и обед был славный. Пирожное блан-манже синее, красное, полосатое. Ну вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Александра Сергеевича Пушкина к Чаадаеву. Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой. Нетерпеливую душой отчизны внемлем призывание. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Пустое вы сердечным ты, она вам молвец заменила. И вновь тревожные мечты в душе влюбленной пробудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы. И говорю, никак вы милы, как тебя люблю.
медленно влекутся дни мои, и каждый миг в умячем сердце тоже все горести несчастливой любви и тяжкое безумие тревожит. Но я молчу, не услышен ропот мой, я слезы лью, мне слезы утешенья. Моя душа объятая тоской, не горькая находит наслаждение. О, жизни сон, иди, не жаль тебя, исчезни в тьме пустое привидение. Мне дорого любимое мучение, пускай умру, пусть умру. Ответ извещей зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горни ангелов полет, и дани лозы прозябания. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрое змеи, в уста замершие мои, воздвиг десницу кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую воздвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и вижте внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жди сердца людей». Я к вам пишу, чего же воля? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь, до новой встречи. Но говорят, вы не люди, в глуши, в деревне, все вам скучно, а мы, ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения никогда не знала б вас, не знала б горького мучения, души неопытные волнения, смирив со временем, как знать? По сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То высшим суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне явился, незримый, ты мне был уж мил. Твой твой томный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. Давно, нет, это был не сон, ты чуть вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила: вот он. Не правда? Я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услуждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул? Не ты с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты, мой ангел ли хранитель, или кровавый искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое, обман неопытной души, и суждено совсем иное. Но так и быть, судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает.
рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна. Я жду тебя, единым взором надежды сердца оживи, и в сон тяжелый перерви, увы, заслуженным упором. Кончаю, страшно перечесть, стыдом и страхом замираю, но мне порукой ваша честь, и смело ей себя веряю. Спасибо. Дорогие друзья, не забываем, что у нас свободный микрофон. Все желающие прочитать могут выстраиваться вот с этой стороны. А я приглашаю следующего учителя. На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобой. Тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, а сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.
сильней смущенный ты. Вдруг остановишься невольно, благоговея подобольно. Перед святыней благодарим за прекрасное исполнение, аплодисменты. А мы продолжаем наш марафон, приглашая следующего чтеца. Александр Сергеевич Пушкин, что в имени тебе мое? Что в имени тебе мое? Оно умрет, как шум печальный, волны, плеснувший в берег дальний, как звук ночной мусульки. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем? Забытое давно в волнениях новых и мятежных, твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Она владеет ими смело, они горят огня живее. Но сам признайся, то ли дело глаза олениной моей, какой задумчивый в ней день, сколько детской простоты, и сколько томных выражений, и сколько неги и мечты. Как стихотворение красавицы. Все в ней гармония, все диво, все выше мира и страсти. Она покоится стыдливо в красе торжественной своей. Она кругом себя взирает. Ей нет соперниц, нет подруг. Красавиц наш, бледный круг, в ее сиянье исчезает. Куда бы ты ни поспешал, хоть на любовное свидание, какое в сердце ни питал ты сокровенное мечтание, но встретись с ней смущенной, ты вдруг становишься невольно, благоговея богомольно перед святыней красоты. Александр Сергеевич Пушкин, клеветникам России. О чем шумите вы, народные витие? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Дома, старый спор, взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ли ручьи сольются в русском море? Оно ли сядет? Вот вопрос. Оставьте нас, вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сей семейная вражда. Для вас безмолвный Кремль и Прага бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на слова. Попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах заведить свой измаильский штык? Или русского царя бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русские от победы? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды? От финских хладных скал до пламенной Колхиды?
От потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля. Так высылайтесь к нам, дети, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечужих гробов. Алексей Кирилл, Александр Сергеевич Пушкин, пророк. Духовный жажду и камин, в пустыне мрачной я облачился. Шестикрылый серафим на перепутье к ней явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещи из зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы призывания. И он кустах моих приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрое змеи, уста замерзшие мои, под пик тесницы кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, по грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, но Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Браво! С края мрачного изгнания, и в край иной меня звала. Ты говорила: день свидания под небом вечно голубым, в тени олив любила взаимно. Мы с вами, друг мой, соединим. Но там, увы, где небо с водой сияет в блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания. Но жду, он за тобой. Александр Сергеевич Пушкин, Полтава. Богат и славен Кочубей, его луга неотразимы, там табуны его коней пасутся вольно, нехранимы. Кругом Полтавы хутора окружены его садами, и много у него добра, мехов, атласа, серебра, что на виду, что под замками. Ну, Кочубей богат и горд недолгогривыми конями, ни дани златым в крымских орд, ни родовыми хуторами. Прекрасной дочери своей гордится старый Кочубей. И то сказать, в Полтаве нет красавицы Марии равны. Она свежа, как и вечный цвет, взлелеянный в тени дубравны. Как тополь киевских высот, она стройна, ее движение то лебедя пустынных вод напоминает плавный ход, то лани быстрые стремления. Как пена грудь ее бела, вокруг высокого чела, как тучи локоны чернеют. Ее улыбка, как роза, рдеют. Но не единая краса, мгновенный цвет молвой шумный. Молодой Марии почтена, везде прославилась она, девицей скромной и разумной. Поздно ночью из похода воротился воевода. Он слугам велит молчать. В спальню кинулся, в постели, дернул полог,
самом деле никого, пуста кровать. И мрачнее черной ночи он потупил грозные очи, стал крутить свой сивый ус, рукава назад закинул, вышел вон, замок задвинул. Где ты, кликнул, чертов пуст? А зачем мне тут забора, ни собаки, ни затвора? Я вас хамы. Дай ружье, приготовь мешок, веревку. Да сними с гвоздя винтовку. Ну, за мною. Я ж ее. Паны ходят под забором, тихим крадутся дозором. Ходят в сад. И сквозь дверь на скамейке у фонтана в белом платье видят панна. И мужчина перед ним. Говорит он, все пропало. Чем лишь только я бывала, наслаждался, что любил. Белые грузы воздыхания, нежные ручки пожимания. Воевода все купил. Сколько лет с тобой страдал я, сколько лет тебя искал я, от меня ты отперлась. Не искал он, не страдал он, серебром лишь поприцал он, и ему ты отдалась. Я скакал во мраке ночи, милой панны видеть очи, руку нежную пожать, пожелать для новоселья много лет ей веселья, и потом наверх бежать. Панна плачет и тоскует, он колени ей целует, а сквозь ветви те ж глядят. Ружья на землю опустили, по патрону откусили, били шомполом заряд. Подступили осторожно. «Пан мой, целить мне не можно!» — бедный хлопец прошептал. «Ветер, что ли? Плачут очи, дрожь берет, в руках нет мочи, порох в колку не попал». «Тише ты, гайдучье племя, будешь плакать, дай мне время. Сыпь на полку, наводи. Цель ей в лоб, левее, выше. С паном справлюсь сам, потише. Прежде я, ты погоди». Выстрел посуду раздался, хлопец пана не дождался. Воевода закричал, воевода пошатнулся. Хлопец, видно, промахнулся, прямо в лоб ему попал. Нетерпеливою душой отчизны внемлем призывание. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, зайдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Волнением жизни утомленной, оставя заблуждение путь, я сердцем алчу отдохнуть, и близ тебя, мой друг бесценный. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас свободный микрофон, и все желающие могут подойти и прочитать стихи великого поэта. И напоминаю, что через 17 минут в 12:30 мы приглашаем всех на диктант по повести «Капитанская дочь». Подходим, читаем стихи.